Отличный подарок получили все участники суперфинала 4-го сезона детской международной лиги дзюдо «Триумф Энерджи». По окончании соревнований в новой академии единоборств на федеральной территории «Сириус» для них провели мастер-класс. На татами своим опытом с детьми поделились действующий чемпион мира Арман Адамян и многократный призер мировых первенств, старший тренер юношеской сборной России Михаил Пуляев. После разминки и учи-коми, это многократное повторение упражнений, направленных на отработку конкретных технических действий, Арман и Михаил продемонстрировали юным дзюдоистам свои коронные приемы, а также помогли их освоить прямо по ходу занятий, указывая на ошибки и раскрывая секреты. После мастер-класса у ребят была возможность взять у звездных гостей автографы, пообщаться и сделать фотографии. Это мой первый мастер-класс, вот. Но мне, честно скажу, очень понравилось, потому что в их возрасте я тоже очень хотел, чтобы попасть на такое же мероприятие, чтобы такие менты-дзюдоисты, как чемпионы Европы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы, какие-то приемы показывали, обратили на меня внимание. Для меня это было каким-то таким, знаете, праздником, вторым днем рождения, можно сказать. Мы провели мастер-класс, мне понравилось очень, я максимально попытался объяснить детям, как правильно выполнять приемы, техники дзюдо, вот, и поделился своим опытом, можно сказать. Вот, я надеюсь, в дальнейшем это им поможет.